Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, почему же в вашем iPhone или iPad звучит тихо клавиатура или вообще не звучит. Начнем с того, что когда вы перейдете в клавиатуру, у вас будет звук примерно звучать так. То есть я не знаю, вообще вам слышно, звучит оно или не звучит. Но чтобы, если у вас оно все-таки не звучит, то я вам подскажу, куда. Не активирован, он не будет работать. То есть ко мне обратился один пользователь, то есть мы с ним не смогли списаться ВКонтакте, именно обменяться видео, я имею в виду, чтобы он услышал мой звук, а он, ну, свой. То есть я сначала подумал, что когда на главном экране здесь меняется звук, здесь вот сейчас громкость показывает, это если на наушнике или это подобное, здесь обычно на главном экране показывает именно громкость звонка. То есть тоже громкость звонка играет роль. Если он стоит не на максимум, то так же самое клавиатура будет звучать с этим же самым щелчком. То есть чем громче, тем тише. Но на самом деле все заключается в этой настроечке. И пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Также не забывайте подписываться на мои соцсети. Они будут закреплены в комментарии под видео. Всем пока.